Тихоокеанский симфонический оркестр сегодня дает последний концерт в Южной Корее. Две недели длились гастроли. Около десятка концертов, самые престижные сцены и полные залы. Один из концертов наш коллектив дал в корейском городке Кимхо, где живут русские корейцы. Там оркестр в первом отделении работал с детьми, во втором играл классическую музыку. В Сеуле наш коллектив вышел на сцену вместе с объединенным хором, состоящим почти из 200 человек. Успех был оглушительный, и Тихоокеанский симфонический оркестр уже приглашает на новые гастроли в Южную Корею.